Одна гимнастика там большая. Спорт всегда был не только средством укрепления физического и нравственного здоровья человека, не только соревнованием, но и силой, объединяющей народы. Известно, что в Древней Греции на время Олимпийских игр прекращались любые войны, заключалось перемирие. Каждый человек в своей жизни ищет свой путь, ту жизненную дорогу, которая ведет к цели всей его жизни. У кого-то она ровная, без серьезных жизненных лабиринтов, а у кого-то закручена в такой сложный узел, что иногда не хватает сил его распутать. Для того, чтобы преодолеть этот путь с наименьшими потерями, человек должен выработать в себе стойкость и мужество продолжать идти к цели, что бы это ему ни стоило. Но для этого необходима тренировка этих самых качеств, потому что они так просто не появятся. И лучший способ выработать в себе эти качества – это занятие спортом. Это небольшой рассказ о маленьком человеке, о человеке, которому исполнилось всего 10 лет. Это рассказ о большом человеке, который благодаря дисциплине, силе воли и вере его близких, его родных и его друзей за 10 лет смог совершить больше, чем иные люди за долгие десятилетия жизни. Знакомьтесь, гимнаст Хусейн Халилов. Младший сын, младший брат и выдающийся спортсмен. Чемпион, который к своим 10 годам может похвастаться невероятными достижениями. Медали соревнований всевозможных уровней. Успешным выступлением во многих странах мира, где в его честь звучал национальный гимн Азербайджана, его родины. Но чем же Хусейн может похвастать в первую очередь? Ведь спорт – это не только пьедесталы, блеск медалей и кубков. Это ежедневная большая работа. Это труд. Это преодоление себя сквозь боль, сквозь пот, кровь и иногда слезы. Для чего все это? Каждый человек видит в спорте что-то свое. Кто-то приходит в спорт ради славы, чтобы доказать всем, что он чего-то в этой жизни стоит. Кто просто так, для разнообразия. Мотивов много, но в любом случае спорт делает нашу жизнь насыщеннее и богаче. Он развивает нас, закаляет наш характер. И именно спорт формирует лучше любого другого вида деятельности, мужество и жизненную стойкость на пути к нашим целям и мечтам. И здесь не будет преувеличением сказать, что главное достижение Хусейна Халилова – это дружба. Это объединяющая сила спорта, доказанная на примере маленького спортсмена и большого чемпиона. Это единство сильным духом и телом людей из разных стран – Азербайджана, России, Турции, Украины, США, Казахстана, Японии, Китая, стран Объединенной Европы и многих других. Конкуренты на спортивном помосте – эти ребята в жизни большие друзья, потому что все они, как никто, знают цену своих и чужих достижений. Сегодня Хусейну исполняется 10 лет, и главным подарком, который он сам может себе вручить – это Кубок Дружбы. Этот кубок не поставить на полку, на которой с достоинством хранятся остальные трофеи. Этот кубок в сердце, поэтому он имеет такую высокую ценность. С днем рождения, Хусейн!